Всем привет, товарищи! Новый денечек, мы решили прокатиться с утречка до Грантика или других знаковых мест Арамболя. Приехали уже к храму и стоим около школы в Арамболе. И здесь идет какой-то урок. По всей видимости, это физкультура или что-то похожее на это. Все дети в школьной форме, причем такого же цвета, как и поле. Сейчас мы вам это покажем. Вон, если посмотрите, сколько тут детей. Вообще, полным-полно. Итак, товарищи, мы приехали в Грантик, легендарное место, где отдыхали такие крутые блогеры, как Фишай, Нихао Бродяги и другие. Сейчас мы зайдем, закажем какой-нибудь напиток, али досу, али еще что-нибудь, и продегустируем, так ли круто это место, как его рекламировали все блогеры, которых я смотрел на протяжении пару лет. Поехали! Да, вот он, Грантик, джуз-центр, народ уже здесь тусует. Рядом какой-то тюк, огромный, сено стоит. Атмосферка прикольная. Все, залетаем, заходим. Вау! Привет! Ну это же крутой кот! Вау! Пока почти 1000. Но скоро будет 100. Да, вот он, Грантик, паспухту. Все, посвящение прошло. Народу много. Вот эти все фрукты. Вот эта мужичка, я думаю, все знают. Hello, баба, намасте. Да, очень маленькое заведение, но полная посадка. Я не знаю, куда нужно куда-нибудь упасть, приземлиться. Сейчас посмотрим. Не знаю, наверное, где есть место. Да, здесь по-прежнему куча народа. Иностранцы, наши. Песик вообще крутой. Да. Вот, как называется твой канал? Давай еще раз и погромче. Чтобы люди точно слышали. Наумова и путешествия. Отлично. Подписывайтесь на канал Наумова и путешествия. Так, для тех, кому интересна цена, ставьте на паузу. Какие ништяки еще здесь продаются. Джусики всякие. Грантик. Ну, прикольно, здесь атмосферка такая. До сих пор все по тетрадочке считают. My friend, please roll omelet with mushroom cheese and 2 masala tea. Okay? Okay, thank you. Что, принесли чиз, омлет с грибочками и масала чаек. Вот это все стоит 90 рупий. 10 чая и 8 омлет. Вот еще одни арамбольские звезды, Скотт и Алена. Hello, man! Hey, brother, how are you? How are you? Hey, how are you doing? Very well. Терминатор. Добрый вечер подписчикам. Вышли. Снова тут кришнаиды танцуют. Веселые ребята, я вам скажу. Хари Кришна, Хари Рама. Ух ты, ух ты. Народ в экстазе!
The most powerful activity for the soul is pure love to God. Так, ну что у нас сегодня рынок чем богат? Благовония, масла, гамаки, это мы уже все видели. Бесконечные торговые ряды с украшениями. И это мы уже видели. Вот, что-то новенькое. Веганский. Что? Пышки. Пышки. Круто. Удачи вам с пышками. Да. Так, нумизматы сидят. Так, это китчии, наверное. Травки, муравки. О, какой колоритный мужчина. Давайте покажем его в кадре. Ух ты. Ну и снова украшения. Украшения, трубки, украшения. На гвоздях стоят товарищи. Здравствуйте. Вообще здорово. Валикам ассалам. Идем дальше. Hair braids. Не знаю, что это такое, но очень интересно. Здесь у нас мужичок ведет open mic. Да. Ну-ка, идем дальше. Народец тут гуляет. Картины. Хироман, прошлое, настоящее, будущее. Так, приятного аппетита. Да, хорошо. Вот. Еще гвозди. Палочки. Ой, ребятки, дайте пройти, пожалуйста. Так, там торгуют чем? Хорошо. Игрушками. Литература. Василий сидит с новой прической. Украшения. И снова живопись. Арт-объект. Все, больше ничего здесь нету. Вот так вот. И народ тусуется. Купил я себе пышку, он же пончик, он же непонятно что, за донат, пожертвование. Пробуем. Да, по сути наш пончик с сахаром. Неплохо. Что тут скажешь? Нужно варенье. Вот здесь еще кукурузку готовят. Смотрите, как прекрасно выглядит. О, коптица. 50 рупий стоит. Один початок. Просто обычное видео. Но с таким классным закатом. Полюбуйтесь, господа, и насладитесь индийским солнышком. Неимоверная палитра. Нигде такого я не видел. Просто кайф. Так, пришел вечерком в кафе. Везде эти опять коты. Тут еще кошечка покатилась. И мелкие котятки вон тусуются везде. Еще мне нравится стиль этого кафе. И это оно не украшено к Новому году. Это вот всегда так. Красота. Кота-кафе. Вон эти котята. Ух ты, они уже ползают. Меленькие. Вон он ползет. Кошки. О, и второй погнал. О, там еще один. О, ну все, не переживай, я просто видео снимаю. Да, вот такие котики. Лайк за котиков. Намасте, дорогие зрители канала Воронков Travel. Прямое включение с Арамбольского пляжа. Посмотрите, какую красоту нашел. Немножечко такой он сонный, этот крабик. Но... движется. Сегодня уже не первого мы встречаем, но, как говорится, его нужно отпустить во свояси, чтобы его никто не раздавил на пляже. Все, идем отпускать красавчика в море.
мы свою гражданскую миссию выполнили. Мы молодцы. Посмотрите, сегодня очень много маленьких хрюшек в этом пруду. Даже очень маленьких. И с той стороны другая банда хрюнделей. Там еще петушки, птички беленькие со свинками тусуются. Красота! Ой, вообще маленький, малюсенький. Просто. Вау! Да, красотища. Так, ну что, товарищи, передаем пламенный привет со Свитлейка, рядом с Арамболем. Короче, решили подняться на гору, чтобы посмотреть закатик. Надеюсь, что у нас получится. Поехали. Короче, уже вот рядышком кафе. Много мусора и ступенечки высокие. Фух. И крутые, как и мы. Ну, я вам скажу, пока идет ничего, но трудновато. Фух. Природка здесь такая. Ну и видок на сам пляжик. Вот там Свитлейк. Идем дальше. Фух. Ну, крутая гора, я вам скажу, и достаточно скользкая, что ли. Камушков много, песка. Фух. Ну, мы прорвемся. Пробираемся снова через кустики. Фух. Ой-ой-ой. Уже я подустал немножечко. Поднимался всего минуту. Вау! Но видок-то крутой. Это точно. Время 5 часов вечера. Фух. Фух. Что-то я думал, что это будет полегче. Но ничего. Ё-моё. Дорогу осилит идущий. А вы... поставьте лайк. Фу. Напишите что-нибудь в комментарии. И подпишитесь уже на канал. Чего вы, ребята, смотрят там 10% только с подписочкой. Так дело не пойдет. Фу. Устал. Все, дальше включение сверху. Ох ты, камушек. Фу, не зря он здесь стоит. Можно облокотиться и передохнуть. О, так, мы поднялись. Уже вроде бы на плато. Здесь уже травка. Как россиюшки-матушки колосится. Вон и парапланы летают. Мы уже близко. Фух, подъемчик. 5 минут. Но крутой. Щебень из-под ног вылезает, валуны, как бы обязательно нужны кроссовки. Да, воду. И если вы какая-нибудь бабулечка или какой-нибудь дедулечка, блин, ну это будет трудно. Фух. О, вот сразу тусовочка парапланеристов. О, снабжают чувака. Hello, bro! Hello. Вау, какой вид. No, thank you. We just walk. Just sightseeing. Wow. You're from Russia? Yeah, we are from Russia. Как близко. So nice. How much this one? It's 3,000 rupees. 3,000 rupees. Yeah, for fly and... How many minutes? It's 5 to 10 minutes. Uh-huh. Depends on wind. Понятно. Зависит от ветра. 5-10 минут. 3000 рупий с инструктором. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Контент. Интересно. Все, мужичок сейчас запрыгнет. И с ним полетят. Прикольно. Блин, я боюсь высоты. Тут даже не в деньгах вопрос. А просто бежать со скалы вперед. Ну его нафиг. Ой-ой-ой, все, побежал.
Вау! Вау! Красиво! Красотища! Посмотрите, какой охренительный вид! Да, вот он пляжик, а вот Sweet Lake, гора. Вау! Вот клифф, и вот там Арамболь. Но это же восхитительно. И чуваки летают. Сегодня ветрено. Достаточно. К сожалению, и облачно. Солнышка нет, было бы закатик встретить. Круто здесь очень. Но мне нравится. Не зря поднимались. Да, блин, я боюсь, конечно, высоты. Ну, вы просто гляньте. Вообще шик. Да, блин, какие классные моменты в жизни бывают. Опа! Так, фоточки там сделал. Иду в траве. Надеюсь, тут не змей. На пляже ночью видел змей. Ребята, клубок целый. Так что будьте аккуратнее ночью. Вау, а здесь круто. Открывается какой видок. Какой видок. И природа. Сзади. Показываю вам все красоты клифа и Арамболя. О, воскресенье, а столько народу на пляже, как будто бы муравейничек. Да, круто тут. И море. Кайф. А вот в такой вот траве вполне себе могут быть какие-нибудь присмыкающиеся. Ух, ё-моё, присмыкающиеся. А еще и поскользнуться можно. Вот, короче, много не болтайте, пока идете. Осмотрите под ноги, чтобы все было чики-бамбони. Фух. Ну, видок вообще хорошенький, мне нравится. А ворон сколько. Слушайте, ну травка-то вообще достаточно высокая. Сюда, наверное, лучше даже и в каких-нибудь спортивочках ходить. Потому что я иду по пояс мне, грубо говоря, чуть ниже. А, в целом, все. Шикардос. С таким-то видом. Морешка немножко, правда, холодненькая. Но я уже думаю, что я просто акклиматизировался. Второй месяц идет, как я в прекрасной Индии отдыхаю, чилую, вообще ничего не делаю. День сурка на расслабоне. И уже просто адаптировался, акклиматизировался. Уже не так жарко. Ну и ночи бывают прохладные. Порой опускается температура там до 22 градусов где-то тепла. А днем 32 стабильно. Это вот температура в декабре. Ну, комфортно. Спать классно, гулять классно. Сегодня даже не солнечный денек. Поэтому не сгоришь, не обгоришь. Кайфово. Какой еще прикольный нюанс. Здесь никого нет. Тут мы идем, и вообще никого нету. Непонятно вообще, куда идти. Тропы нету, ничего нет. Одна трава везде. Да и все. А, вон уже немножечко слышны звуки артистов, музыкантов, которые играют на пляже или в шаке. Не знаю, мы сейчас выйдем и посмотрим. Смотрите, какая маленькая, но коварная веточка с шипами. Вон их там видно слегка. Опасно, опасно. Нужно ее так вот, опа, оп, и бросить. 3, 2, 1. Welcome to Arambol, guys. Yeah, boy.
Ну это... Я не ожидал, что здесь откроется такой вид! Неимоверный, великолепный, изящный, умопомрачительный! Ё-моё! Вау! Все, надо просто помолчать и посмотреть на это все дело. А вы поставьте лайк. Просто немножечко погружусь в кадре на фоне. Так, рядышком со смотровой площадочкой еще небольшой храм. Полюбуйтесь, как это все выглядит. Полагаю, что здесь периодически бывают какие-то подношения, потому что вот здесь пепел, что-то сожженное, фигурки, ганеши, разные божества, Шива, упаковка от палочек, ом, ну и символика. И здесь какой-то монумент со стопами. Явно что-то символизирует, но, к сожалению, я не знаю, что. Ну что, Наталья, скажете? Передайте свои эмоции подписчикам. Я была первопроходцем, поцарапала все ноги. Васе было легче, он шел предупрежденный. Это точно. Вот ту веточку я вам показал, которую нужно опасаться. Да. Но в целом атмосфера здесь великолепная. И лучше выбрать не жаркий день. Это точно. Так, а вот панорама. Для тех, кто хочет ознакомиться с рельефом и местности, пожалуйста. Сижу я на камушке, умиротворенный, и просто любуюсь обычной гуанской жизнью, пляжной жизнью. Можно посмотреть на всех людей. Кто-то играет в футбол, кто-то плавает, кто-то в кафешке сидит. Красота, кто-то просто чилит, прогуливается. Вообще полный релакс. Но здесь вид, конечно, бомба. Вон монумент крест, его видно с пляжа. И люди взбираются на гору, а я сижу и кайфую. Просто на расслабоне. И говорю спасибо этому прекрасному месту. Арамболь крутой, Индия, она шикарная. Невзирая на весь этот там мусор, гарь, нюансы, здесь кайфово. Приезжайте в Индию, ребята, не пожалеете, вам понравится. Так, идем дальше. Вау! Вообще приятно гулять в такой атмосфере. Вот дорожка вниз. Нам еще предстоит по ней спускаться. А пока нужно посмотреть, что на том холмике. Может быть, там открывается вид на другую часть поселочка Арамболь. Сейчас узнаем. Так, вот у нас крест. Ну, просто крест. И все. Вот Наталья говорит, что плохая идея. Так, туда не стоит. Мама проверила, идея плохая. Ну все, дальше тогда не идем, возвращаемся обратно. Здесь действительно, вот идешь, да, и уже не видишь, а куда ты наступаешь, потому что уже трава не такая сильно примятая. И вот всякие вот дыры, углубления, камни. Что достаточно это просто опасно может быть. В тапках сюда точно не стоит ходить. Ребята, я вам скажу, ну пойдемте вот сюда. Так, ну крест... Как крест привлекла меня плиточка с дельфинчиками. Прикольно сделали. Рядом еще один маленький крестик из камня. Ну и, собственно, все. Больше тут ничего нету. И вид уже здесь чуть-чуть послабее, чем вон там, на том холме. И вот я думаю,
Вот это же чья-то вилла, вот с желтенькими стенами. И вот если они утречком, либо вечерком на закате там йогу делают, расслабляются, загорают, вообще круто же жить. Ну вот, вон там вид лучше, где мы были изначально. Надо сюда прийти на закате. Будет круто.